В центре Москвы таксист решил разобраться с нетрезвым клиентом с помощью силы и ножа. Водитель избил и ранил своего пассажира прямо на глазах у прохожих. Конфликт возник еще в пути. Клиент несколько раз менял адреса, а потом сказал, что у него нет наличных. В какой-то момент таксисту это надоело. Он сначала просто вытолкал молодого человека из машины и на улице перешел к более решительным мерам воздействия. Бил руками, ногами, несколько раз ударил ножом в поясницу и руку. Потерпевший был госпитализирован. Согласно справке из больницы, мужчине причинен легкий вред здоровью. В результате проверочных мероприятий сотрудники ГИБДД УВД по Центральному округу города Москвы на Краснопресненской набережной остановили автомобиль такси и задержали находившегося за рулем подозреваемого 52-летнего жителя столицы. Жизни пострадавшего мужчины ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Таксист может отправиться за решетку на 2 года.